Друзья, добрый день, с вами канал Boston Technic, на связи Владимир. И хочу ваше внимание предоставить кировецкая 701 1988 года выпуска. Он у нас идет как погрузчик в рабочем состоянии. На данный момент у него отсутствуют аккумуляторы. Производился ремонт клапанов. Соответственно, сейчас в данный момент двигатель полностью восстановлен. Не можем завести по причине того, что нет аккумуляторов. Вот. В целом техника рабочая. Работал также в данном хозяйстве на дорогах. Вот. Все узлы нормальные. Идет погрузчик, ковш. Резина. Есть небольшие как бы порезы, но не критично. Резина также в хорошем состоянии. Вот. Друзья, кому интересно, можете обращаться. Находится он у нас в Рязанской области. Друзья, с компанией Boston Technic вы не только можете приобретать технику в кредит или лизинг, а также за наличный и безналичный расчет. Всем хорошего дня и хорошего настроения.